Мы в подмосковном пионерском лагере «Зенит», который празднует сегодня свое 15-летие. В гости к пионерам приехали герой Советского Союза, подполковник Георгий Константинович Масолов и известный летчик-испытатель Константин Константинович Кокинаки. Недавно подполковник Масолов установил мировой рекорд скорости полета, его называют соперником «Молнии». Обладателем мировых авиационных рекордов является и летчик Кокинаки. С героями-летчиками поговорить хотелось всем. Этот интересный день закончился веселым карнавалом.